Добрый день, мои творческие друзья. У меня возникла такая потребность поделиться своими рисунками в виде такого мотивирующего свойства, мотивирующего действия, как для вас, так и для себя. Когда ты стоишь на каком-то распутье или у тебя, допустим, какой-то кризис, пауза в твоем творчестве, когда вот огонек потухает, а надо, чтобы он разгорелся. Вот я тогда сегодня достану вам свою старую папку, в которых есть вот такие рисунки, и постараюсь вам показать. Возможно, что-то вас мотивирует на какие-то красивые новые рисунки. Ну вот, показываю вам вот такую работу. Акварель. Сейчас уберем это. Акварель. Я просто буду вот так выкладывать вам. И может быть кто-то вдохновится. Это тоже акварель. Это, кстати, из моей папки, когда была первая волна ковида. И люди сидели по домам. И вот я так использовала паузу свою. В таких это акрил. Такими работами. Было много времени свободного. Я рисовала взахлёб. Была у меня пауза такая длительная в моих заказах. И я рисовала взахлёб и в удовольствие. То есть любую паузу, любой кризис можно повернуть, как говорится, лицом к солнцу или лицом к темени, к мраку. Поэтому лучше будем повернуты на солнечную сторону, да? Это вот такая вот акриловая зарисовочка, быстрая, беглая, цветочки, такой вот луг. Ой, как хочется лета, да? Кому хочется лета? На такой вот бумаге рифленой, очень рифленая бумага. Вот это вот на акварельной бумаге такая акриловая композиция цветочная, как бы тоже такая вот, из фантазии. Просто брала и рисовала. Я уже не помню, может быть, кто-то меня вдохновил, или где-то что-то я увидела, но у меня тогда очень, я любила маки рисовать, и маки у меня просто были такие сияющие. Потом вот такая вот арт-терапия, тоже из того же, из той же серии, когда вот, видите, грозовое небо такое, поле лавандовое. И, наверное, вот эта вот моя тревога вылилась в этом рисунке. И мне стало легче. Вот, может быть, кого-то вдохновит весна. Вот такая. Это акрил на акварельной бумаге, еще и покрытый, по-моему, матовым лаком. Вот, так что вот, вот еще работы. Ручей. Течет ручей. Тоже такая тревожная, я бы сказала, работа. Вот когда ты рисуешь, наверное, все-таки все твое, что внутри у тебя, выплескивается на в такие рисунки. И вся тревога, все уходит. Ну, и становится легче, наверное, человеку. Вот тут движение есть, да, вот камни, все это такое. И свободное течение воды. Вот смотрите, вот тут вот. Вся ваша тревога убегает, уплывает. Все, и вы втроем. Вот видите, три дерева, вы вместе. Так, вот это вот открытый цвет. Маковое поле и лавандовое. Такой сарайчик. Там не хватает велосипеда еще. Или велосипедиста, не знаю. Вот такая вот работа. Открытым цветом. Яркая. Яркая работа. Возможно, кто-то, кто любит цветовики, есть из нас такие, кто любит яркий цвет, воспользуется и нарисует такую же работку небольшую на, это совсем на просто листе на акварельном. Вот еще.
Вот это вот мне понравилось. Даже сегодня мне нравится. Я бы хотела из этой тревоги, которая сейчас вокруг нас, очутиться в таком домике, окружённой горами. Такая вот луг такой. Какая-то вот изгородь, поля, тишина. Такая защищенность какая-то. Просто я... Вот сейчас это по мне картинка. Вот тоже из этой серии. Такое поле. Это какая-то старая-старая акварель. Вид из окна. Вот. Старая акварелька. Вот она у меня лежит. И это тоже старая вот. Такой натюрморт. Ну, а вот эта вот акварелька, которая будет, это поближе. Опять же, домик в горах. Вот что-то такое. Акрил. Да, акрил. На переднем плане трава мастихином. Видите, прочерчен мастихин на переднем плане. Вот такой густым акрилом. Ну, как бы так, с настроением. И вот такая вот лужайка перед домом. Домик такой, лужайка. Вот. Что еще вам показать? Из этой серии тоже вот такие вот поля. Геометрические такие линии на переднем плане. И деревья привносят воздушную атмосферу в этот рисунок. И поворот, вот поворот, изгиб поля, видите, вот где видно, трактор шел или что там, который сеял, комбайн, и поворот такой сделал, и дом, крыша дома на дальнем плане. Такой релаксирующая такая картинка. Мне бы хотелось вон туда пойти, за эти деревья, туда дальше, дальше. Постоять, подышать полем. Ну вот можете вот такие рисовать с высоты птичьего полета. Тоже релаксирующие такие картинки, которые, ну, придают настроение и как-то уводят от тревоги. От тревоги. Ну вот этой серии, опять же, арт-терапия. Тревога убирается, вы всю тревогу оставляете на этом листке бумаги. И становится легче. И вот уже пошла совсем мягкая такая акварель. Мягкая-мягкая акварель. И уже не страшно, уже все хорошо, правда? Вот. Вот такие рисунки. Сейчас я вам покажу еще кое-что. Возможно, вот кто-то уже чем-то вдохновился. Напишите мне, если что-то вас вдохновило из моих работ. Это вот совсем свеженькие. Это 23-й год, декабрь. Сейчас я вам вот так вот покажу. Вот. Из старой картины. Известно, я когда-то рисовала большую картину, но решила карандашами. Это цветные карандаши. Смешанная техника, тут немного акрила есть. Так, ну вот это из темы «Веселые куколки». Очень интересная такая тема. По картинкам Гапчинской. Вот «На свой лад». Я волшебница. Вот такие работы. Вот это вот, вот эту самую можно убрать вот так вот, и будет красивое поле, мягкое, ну, как бы отбивка. Но пока у меня они еще лежат в папках, эти картинки, и когда придет время одевать их в рамы, я их... Этот полуфабрикат уберу, вот этот вот, и будет все хорошо и прекрасно. Красиво будет смотреться эта отбивочка. Вот опять из серии куколок Гапчинской.
когда я с тобой, я летаю. Вот, вот просто релакс полнейший. Да? Кстати, здесь я написала ее акрилом, нарисовала и густыми такими мазочками, и перышко использовала. Вот можно оттолкнуться от любых тем, от любых картинок и создать что-то уже свое. Вот как я нарисовала свою картинку по теме дождей Афремова. Афремова, да. Или Арефьев. Вот я путаю, Арефьев или Афремов, по-моему, да. Если я неправильно говорю, подскажите мне и поправьте. Вот такую вот акварельку. Вот видите, возможно, вот это точно вдохновит вас. И точно вы нарисуете по-своему такую тему. Она очень праздничная, очень легкая. Ну, вот это вот тема философская такая. Уже когда-то я показывала акварель. Это у нас в парке было такое дерево, которое обнимало тебя, когда ты шла. Ему навстречу оно раскрывало свои объятия, ветки свои распахивало перед тобой и приглашало в мир природы, тишины, закатного солнца или рассветного, кому как. Так, что еще вам показать? Ну вот сейчас вот покажу вам, раз зима, так вот еще зиму покажу. Вот зима. Акварель. Это тоже акварель. Я когда-то уже показывала ролик, но поскольку ж они теряются где-то там, их надо специально, поэтому я сейчас вот просто дарю россыпи вдохновения. Быстрая работа такая. Так, что тут еще показать? Россыпи вдохновения. Ну, вот еще и рисовала. Это все простые детские акварельные краски. Самые-самые простые. Рисовала я этот этюд по вот этой фотографии Сережи. Моего братика Тео, о котором вы все знаете. Вот, кто со мной уже давно. Вот такие вот этюды. Два этюда с одной фотографией. Вот так рисовала я. Вот, показываю. Вот. То есть вы можете взять любой сюжет, любую фотографию, любую картинку, которая вам нравится, и нарисовать свою. Тихий берег. Весенний день. Видите, цветущее дерево. Уже весна, наверное, май месяц. А это уже не май месяц. Так. Ну и эта папка заканчивается вот таким радужным полем. Радужным полем. И, наверное, сейчас. Это эти краски обещают. Обещают радость, мир, добро на земле. Вот. Да, и еще я хотела показать, такую вот область картин, которая тоже принесет улыбку и хорошее настроение. Вот сейчас показываю потихоньку. Заходят в кадр мои смешные коты. Вы видите, какие они все разные по характеру. Называется эта картинка «Рыбный день». У этой картинки тоже своя история. Сначала она была в раме. Потом был ветреный день, и, короче, рама разбилась. Почему-то что-то или ударилось ветром. Картинка это о стену или о заборчик. В общем, не знаю, из-за сильного ветра повредилась рама. И осталась вот такая картонка. Я на эту картонку повесила вот такую бечевочку. И эти котики у меня теперь могут где угодно быть. Кстати сказать, что вот
Кстати, да, надо, наверное, опять вернуться к котятам, котам, к собачкам, потому что они у меня поразбегались уже. Что купили, что подарила. В общем, уже вообще мало осталось их, очень мало. Ну, вот такой рыбный день меня всегда радует. И я думаю, что тоже кто-то улыбнется, глядя на эту компанию. Ну, вот и все. На этом пока. 15 минут 23 секунды, считаем, мы в эфире с вами. Кому понравилось, подписывайтесь, вдохновляйтесь. До новых встреч!